Добрый день! Я приветствую наших подписчиков. Сейчас мы будем менять на Kia Ceed задние стоечки крышки багажника. Вот новая стоечка. Чтобы она зашла, мы вот так вот подготовили, вытащили вот эту металлическую штучку, клипсу, фиксатор. Теперь с этой стороны надо также поддеть. Вынимай, Евгений. Держи. Держу. Один одной рукой держит, чтобы не упало. Ага. Давай чуть вниз подам. Да нифига. Нифига. Вот. Надо туда брызнуть чем-нибудь. Да у меня есть. Да. Потому что тут грязь, ржавчина. О, это легко. Ну, внизу вот она и нормальная, там сейчас чистенькая. Чем протру? Да. Держишь? Держу, я держу, чтобы на голову не упало. Да. Тут одному очень неудобно менять ее, походу. Что? Одному, походу, неудобно менять. Головой только если держать. А где ты говоришь ржавчина? Да, просто пыль. Ты дунь. Давай там, ВДшка или что-нибудь. Я могу в бан. Турбоключ. Турбоключ. Нормально. Мороз льется. А почему не должно литься? У меня замерзло. Недавно. Подделка. Китайская, да, с Алиэкспресс. Так, давай, моя стоечка. Да. Опа. Да ничего. Давай новую вставляй, стоечку. Так, новая. Новая, значит, пиздатая. Интересно, часто они выходят из строя? Или только с наступлением холодов такие проблемы? Да нет, она и была, наверное. Чуть. Еще? Ага. Все. Готово. Сейчас опущу. Защелкивай. Да ёпт. Готово. Да. Есть контакт. Они вот тут еще крутятся, сам шток, вокруг оси, чтобы выставить. О, все. Но... Но по ходу они разные. Левая, правая, у них разная маркировка. Да. То есть не ошибитесь, когда будете брать. Надо сфотографировать его. Пометка, вот, видишь? LH. Ну да, это вот левая сторона. Так, тебе надо ее развернуть. Что самое интересное, а, ты их, наверное, поменял местами, да? Вот номера. Лифтер. Трапа, блядь. Так, вторую сняли. На одну не держится. Ну, понятно дело. Ну, она же новая. Новая не значит, что пиздатая. Сейчас. Тут нужен третий был человек еще, который снимал бы. У меня сейчас рука отвалится от холода. Ага, это что, не подготовил? Чуть-чуть. Моя. Есть? Да. Защелки. Ответка. Помощь. На. Две стороны, 5 минут. Сейчас, вот тут самое вот интересное. Здесь. Стоимость одной 600 рублей. 650. 650.
Ладно, все накрутили, посмотрели, Евгений. Можно полтишок еще. Начальник золотых рудников, блядь. Да, да, тут. А ну-ка, сейчас отправим. Сразу, когда видят ВТБ-24, значит, есть деньги. Все. Реклама банку. Так, подегустировать буду. Ну, давай, да, защелкнем. Это второй номер. На правую сторону. RH в конце. Да. Поддерживаю. О, ладно, она в конце хорошо притягивает. А то вот есть дешевые версии, которые, блин, нифига не закрывают багажник. Надо гокать ими. Поддерживаю. Ну-ка, смотрим. Ну, пошло, если чуть-чуть потолкнуть. Ну, сейчас мороз еще. Вполне. Нормально. Главное, что по башке не ударит теперь. Всем удачи. Пока будем еще ремонтировать машины. Вот такие, в частности, Хонды всякие и Собольки. Пока-пока.